Привет! Вас наверняка, как любителей химии, интересовал такой вопрос. Что же будет, если смешать все реактивы, которые есть в химической лаборатории? Вопрос действительно глупый, и если вы попробуете задать его какому-нибудь преподавателю, учителю, то как минимум покрутит у виска, типа, совсем что ли. Но, как вы видите, мы находимся на химическом складе. У меня здесь инвентаризация. Сразу отвечаю на вопрос, кто же меня сюда пустил. Я просто здесь главный. За склад отвечаю. И у меня сейчас здесь инвентаризация. Соответственно, часть реактивов нужно будет выкинуть. В смысле, списать. Вот. И сейчас мы выберем те реактивы, которые уже не нужны, никогда не пригодятся. И мы подберем, скажем так, весь спектр, всю радугу, палитру цветов, ну, в смысле, химреактивов, которые мы будем смешивать за раз в одном стакане. Еще пойдем найдем какой-нибудь стакан, который, ну, совсем не нужен, отжил свое, и он завершит свою жизнь эпичненько. Вот. А пока мы на химскладе, давайте я вам пару интересных вещей расскажу. Что же нужно учитывать, что нужно знать про химию, про вещества, когда вы работаете с химией. Давайте смотреть. Помните, я вам рассказывал про гигроскопичные вещества? Ну, такие, которые впитывают влагу из воздуха. Хранить их лучше не на складе, а в инертных боксах. Про что такое инертные боксы, я вот здесь вот показывал, сходите, посмотрите по ссылочке. Так вот, у нас здесь есть советское прошлое, реактивчик под названием литий-хлористый, либо литий-хлор, либо хлорид лития. Это то же самое, что хлорид натрия, натрий-хлор. С натрием-хлором вы знакомы. Там супчик себе солите, кстати, приятного аппетита. Только это не натрий-хлор, а литий-хлор, просто другой щелочной металл, соединен с хлором. Так вот, что же будет, если хранить его не в инертном боксе? Обычно солька, она должна быть твердая, но вот тут уже накопилось, да, вон там уже жиденькая есть. Но это еще ничего. Вот, допустим, оп, видите, сколько влаги из воздуха нахватал? Вот через эту крышечку все, вся влага попала сюда внутрь. Никто не наливал. Просто открыли, закрыли, ну, когда взяли, банка-то была полная, вот, и влага попала сюда. Что с этим делать? Ну, марка Ч, ну, типа, чистое вещество, ну, таким пользоваться по прямому назначению уже не получится, как минимум надо и от влаги избавиться. Мы этим заниматься, конечно же, не будем, но к нам придут студенты на практику летнюю, кому-нибудь мы это дадим. Вдруг осилит, вдруг получит сухой хлорид лития. Все-таки реактив-то дорогой, выкидывать жалко. Вот. Ну, пойдемте смотреть, какие еще интересные вещи можно узнать, находясь на химическом складе. Есть еще одно интересное вещество, с которым можно встретиться на химическом складе. Это бариокись, либо он же бариоксид, либо химическая формула барий-О. Как видите, вот стоят в таких вот баночках. И вот тут у нас затесалась банка пластиковая. И она неспроста. Потому что эти банки по неизведанной причине заводские, стоят на складе. И в какой-то прекрасный момент заходишь на химический склад, она стоит лопнувшая. И это что у нас тут такое? Зачем у нас окись бария вот так вот лопнула? Кто на нее что уронил? Сверху никто не падал. Ай-яй-яй. Непонятно, почему, если у вас есть догадки, почему так происходит, то пишите в комментариях. Представим, что мы ленивый химик, и готовить растворы с точными концентрациями, ну, лень нам. Ну, либо мы криворукий химик и просто не умеем этого делать. Если мы не умеем вообще работать с химией, то есть вот такая хорошая книжка, которая называется «Техника лабораторных работ». За авторством Воскресенского, вот, даже год стоит, 1964. Что ж тут написано про следующий предмет, о котором я хочу сказать. Фиксаналы. В общем, если вы хотите быстро, без проблем, ну почти на самом деле, главное, чтобы руки были прямые, приготовить растворы с точной концентрацией, ну, допустим, там всяких кислот, щелочей, солей, то для этого можно воспользоваться фиксаналами. Фиксанал. Вау. Фиксанал. Не делайте паузу здесь посередине. В общем, выглядит это... Продаются вот в таких вот коробочках. Вот, допустим, здесь у нас есть фиксаналы для приготовления азотной кислоты. Сейчас я вам достану, покажу. В общем, вот ампулка. Здесь находится азотная кислота. Если ее перенести в колбу, разбавить водой, то получим одномолярный раствор азотной кислоты. Главное, такой фиксанал не разбить, а то этот
Бежать надо будет и со склада срочно. Дезактивировать здесь все, надевать намордник, потому что азотка – это летучая кислота. Ну, также есть для вон, серной кислоты, там, для щавелевой кислоты и куча всего. Есть, правда, один нюанс, что фиксаналы щелочей, они имеют срок годности. По какой причине? Все-таки фиксаналы нужны для того, чтобы приготовить растворы с заданной, с точной концентрацией, но щелочи реагируют со стеклом, а они, как видели, находятся в стекле. Поэтому, там, полежав годика 2-3, концентрация у такой щелочи уползет за счет того, что она прореагировала, ну, так сказать, старой. Вот. А, еще бывает, знаете что? Сейчас покажу. Это был жидкий фиксанал, а бывают еще твердые фиксаналы. Ну, допустим, сейчас покажу. Есть вот такой вот тверденький фиксанал, видите? Это уже порошочек. Фиксаналы очень удобны, допустим, в тех случаях, когда у вас лаборатория плохо оборудована, и у вас, допустим, ну нет пипеток мерных, чтобы приготовить раствор заданной концентрации с помощью, допустим, какого-нибудь реактива. Удобно же взять фиксанал и приготовил. Также, допустим, если вы работаете в полевых условиях, где вот действительно таскать с собой реактивы неудобно, а тут есть коробочка с фиксаналами, приготовил, провел анализ быстренько и пошел дальше. А еще знаете, кто здесь спрятался вот за этой стойкой? Тут у нас спрятался его величество декан. Ну, еще не тот, который пропил серебро. Который пропил серебро, в другом месте стоит. Вот, это просто декан. И он прячется от вас. Пойдемте дальше. На складе есть две фиговых вещи. Первое, это когда у тебя реактив не подписан. Ну, либо он когда-то был подписан, но наклеечка сохлась, отвалилась. Либо же какая-нибудь соседняя баночка лопнула и уничтожила этикетку на соседней баночке. Вообще неприятно. Соответственно, начинается гадание на кофейной гуще. Ага, стояла рядом с этим. Возможно, это вот оно. Либо же идешь делать качественный анализ, либо на какой-нибудь прибор запихиваешь, либо же, ну, в общем, шоу интуиция начинается. Ну, либо же подписание, потому что, ну, непонятно что. Вот. Еще один нюанс, когда стоит так баночка, стоит, а потом вот раз, и крышечка отваливается, она ссыхается, ломается и так далее. Вот, кстати, возьмите себе за правило, что никогда никакой реактив, никакую банку не брать за крышку. Всегда берем здесь, либо же берем вот здесь вот ниже крышки. Потому что если вы берете за крышку, вы рискуете сделать так, что вы взяли банку за крышку, крышка отвалилась, ну, крышка, допустим, осталась у вас в руках, а банка улетела вниз, в дребезги со всем ее содержимым. Думаю, такой исход никому не понравится, поэтому за крышку никогда никакие реактивы мы не берем. Прям запомнили это золотое правило. Индикаторы. Ну, вам всем хорошо известно, допустим, универсальный индикатор, там всякие полосочки, которые кидаешь там в растворчик, он окрашивается либо в синий, либо в красный цвет, в зависимости от среды. Но, вот, допустим, к вопросу, у нас здесь весь этот шкаф заполнен индикаторами, и у меня сейчас тут еще на разборе три коробки лежит с индикаторами, которые надо расфасовать и разложить по полочкам, по местам. Вот есть, допустим, вот такие маленькие баночки с индикаторами, видите? Вот. Возникает логичный вопрос, нафига столько индикаторов, когда есть лакмусовая бумага, да? Но индикаторы используются в тех случаях, когда нужно определить, когда же реакция заканчивается. Чтобы определить конец реакции, используют метод титрования. Что это такое? Ну, химики наверняка знают, кто не знает. В общем, когда сливают два вещества, два прозрачных вещества, и образуется третье прозрачное вещество, и такое, когда же реакция закончится? Вот для этого туда добавляют в растворчик какой-то из этих индикаторов, который меняет свой цвет при определенном pH. Но мы прекрасно там знаем заранее знаем, естественно, когда в нашей реакции должна произойти смена pH, и добавляем нужный нам индикатор. На самом деле это очень упрощенно, сейчас объяснил. Тапками, пожалуйста, не кидайтесь. Вот. И, соответственно, поэтому существует куча индикаторов. Какой-то из них вонючий. В основном они все органические. Тут у одного банка плохо прикрыта. Воняет здесь сейчас страшно. Просто ужас. Вот. Собственно, надеюсь, я вам объяснил, зачем нужно море индикаторов. А теперь пойдемте похимичим. Слушай, а реально хорошая идея зимой сделать такую индикаторную елочку. Таких индикаторов полно валяется. Ими никто не пользуется никогда, кроме школ.
Да и срок годности у них давно вышел, поэтому можно и заюзать не по назначению. Тут вон, видишь, дата стоит 83-й год. Кто им будет пользоваться? Да никто. А гарантийный срок хранения 5 лет. Вот, допустим, фенолфталин в мелкой фасовке. 5 пробирок по 0,1 грамм. В общем, чтобы прокакаться, хватит вот этого одной ампулы на всю семью. Какайте на здоровье. Смотрите, у меня здесь целая баночка пургена. Фенолфталин, фе-фе. Итак, на складе мы набрали всяких там реактивов. Вот, допустим, серняга, которая непонятно какого происхождения, какой химической частоты. Здесь ничего не написано, только надпись, что это H2SO4. Ну, в общем, набрали других таких реактивов, которыми, ну, в химической лаборатории мы уже пользоваться по прямому назначению не будем. Но для небольшого такого баловства, для шалости, мы сейчас их и используем. Единственный нюанс, что в шкафу у нас стоит много чего, что мы используем в работе. И чтобы все это не изговнячить, сейчас все это уберем. Ну, потому что мы будем шалить и баловаться. Вот. Пошалили в лаборатории, называется. В гости приходил Сережка. Поиграли мы немножко, да? Итак, у нас почти все готово. Как видите, мы тут притащили всякие реактивы, которые пойдут на списание. И чтобы это видео не было столь бестолковым, как оно звучит в названии, давайте мы вас чему-нибудь хоть научим. Вот, а уже потом в конце все вот сразу возьмем и смешаем. И посмотрим, что будет. Мы возьмем стаканчик, которому уже надоело жить. Видите, да? Он уже треснутый, обломанный, какой-то ему плохо, потрескавшийся. Для него мы подготовили вот такой вот пластиковый поддон. Но так как мы прекрасно понимаем, что в ходе химических реакций может выделяться много тепла, и чтобы стеклянный стаканчик не проплавил нам пластиковый поддон, мы воспользуемся нарезанным кирпичом. Специальный шамотный кирпич. Видите, он легкий какой. Мы его положим сюда, сверху поставим стаканчик. Но чтобы было контрастно и красиво что-то видно, мы возьмем лист черной бумаги, положим на кирпич и потом поставим стакан. И вот здесь вот будем химичить. Пока мы вас будем учить, мы возьмем вот такой вот маленький стаканчик. Ну, чему-то научим, типа. Вот, а потом, когда будем все смешивать, возьмем стакан побольше. Вот, чтобы была большая трагедия, скажем так, в большом стакане. Ну что ж, поехали снимать, смотреть, что же у нас получится. Ну что ж, поехали. Возьмем серную кислоту. Нальем ее в стаканчики. Слышали, пшикнуло, да? Газированная, походу. Нальем немного серняги, да? Немного этого вот стока. Хватит для первого эксперимента. Нам же еще потом большой делать. И что первым мы туда бахнем? Правильно, щелочь. И посмотрим, что же произойдет. Такие антиподы инь-янь встречаются. Да, видимо, там плохая серная кислота. Реакция идет довольно так себе. Я ожидал гораздо более бурную реакцию. Но, как видите, щелочь все-таки растворяется, да? Так, добавим сюда нормальные концентрированные серняги. Вот такая реакция должна была быть. Хорошее начало. Но я думаю, вам наглядно сейчас продемонстрировал, что пользоваться реактивами со склада, которые непонятно какого происхождения, на которых ничего толком не написано и непонятно где и как лежало, и там передавалось из поколения в поколение, пользоваться в работе не стоит, потому что как так? Серная кислота реагирует с серной кислотой бурно. Такого же не бывает. Поэтому у меня к вам вопрос. Попробуйте догадаться, что за серную кислоту, точнее баночку с надписью «серная кислота» мы принесли со склада. Что там на самом деле налито? Как видите, начало у нас уже хорошее. Химичить с реактивами, которые непонятного происхождения, небезопасно. Поэтому мы сделаем вот так. Что дальше? Щелочь мы уберем, да? Там уже реакция прошла, потрогаем. Нагрелась, да, горяченько. Что следующее добавим? Давайте-ка мы добавим туда йодида калия немножко. Иди ко мне сюда, родной. Добавляем йодид калия. И вон пошла какая-то реакция, но ее вы плохо увидели, да? Давайте-ка мы добавим еще немного серняги. Я даже не знаю, как это проливать. Тихонечко. Ой. Во,
вот йодид калия, собственно, прореагировал, выделилось там йод, да? Йод выделился. От йода надо как-то избавиться, а то мы же ничего не увидим. Поэтому возьмем тиосульфат натрия. Мы его сломаем и вылим сюда чуть-чуть. Да? О, бурлит. Давай, йод, исчезай. Что-то йод никуда не исчез. Видимо, мало тиосульфата. И, видимо, в серной кислоте что-то еще было. Ну да ладно. А мы продолжаем. Возьмем, добавим теперь сюда нашу любимую серу. Чуть-чуть. Да? Чуть-чуть серы добавим. Возьмем пинцетик. Возьмем кусочек серы. Вот столько хватит. И насыпем сюда. Вы видите разницу? Я пока не вижу. Ну да ладно, пусть она там будет. Давайте теперь добавим туда меди. У нас есть такая вот медь, видишь? Мы тут ее наштробили, насверлили. Вот так вот выглядит. Бахнем туда немного меди. Ну, совсем немного. Реакция снова пошла. Все дымится. Стаканчик. О, какой горячий. Следующий добавим оксид бария. О, зашипело. Давайте еще бахнем. Шипит-то как. Наверное, надо взять палочку и перемешать. Ну, по крайней мере, сбили пенку. Давайте-ка мы добавим туда немного соляной кислоты. Ой-ой-ой. Закипело. Так, теперь мы добавим вот такую полоску магния в этот страшный раствор. О, видали, да? Магний кушается. Вот так вот съедается весь магний. Ну, опустим. Пошел процесс. Что еще любят кушать кислоты? Конечно же, соду. Давайте немного соды бахнем. О-о-о-о. Смотри, как с аппетитом кислоты кушают соду. Ну-ка, а что у нас с магнием стало? Это прям как майор Пейн. Майор, я не чувствую ног! Майор, я не чувствую магния! Ну, для сравнения, давайте бахнем туда обычные соли и посмотрим, что же будет. Будет вообще реакция или нет? Вот если хлорид натрия туда добавить. Чё-то никакой реакции, да? И еще соли. Никакой реакции, просто магний дальше растворяется. Так, следующее, что мы добавим, это будет немножко алюминия. Ну что, пошла реакция. Воу-воу-воу, пошла, сейчас как плюнет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это какой-то гомункул вырывается наружу. Во, мы получили двуцветную жидкость. Сверху какая-то зелень, потом серый цвет, потом что-то бежевое, что ли. Добавим теперь еще немножко азотной кислоты во всю эту смесь. Ой-ой-ой-ой-ой! Процесс пошел совсем веселее, как видите. Валит оттуда уже бурый газ. Конечно, теперь надо туда, для полного счастья, закинуть гранулу цинка. Да, можно еще одну бросить. Можно еще одну бросить, можно. Ну, в принципе, цвет мой получился красивый. Я считаю, что это писк последней моды химии, данный цвет. Ставьте лайки, если вам тоже нравится этот цвет. Ну, по крайней мере, мы от йода избавились, да? Так, ну и добавляем немного хромата калия. Ну, наверное, сейчас уже сложно определить, идет там реакция или не идет реакция. Но, наверное, идет, а может и не идет. Если вы знаете, какая химическая реакция протекает, если она протекает, то напишите ее в комментариях. Попробуйте догадаться, что там может протекать после того, как мы туда добавили все это. Добавим туда немного щавелевой кислоты. Будет реакция. Ну, как минимум, она растворится. Собственно, все предполагаемые реакции, которые могли здесь протекать, ну, изначально предполагалось,
мы написали на экране. А сейчас, собственно, стало время провести тот самый эксперимент и узнать, что же будет, если сразу смешать все, что здесь было представлено. А мы постарались подобрать, ну, вещества из разных классов соединений. Ну и, собственно, берем стакан побольше и погнали. Так как у нас не будет времени засыпать по очереди все вещества в стакан, поэтому что мы сделаем? В стакан зальем сначала кислоты, дадим там смесь. На бумажку насыпем заранее все реагенты, которые мы хотим туда бахнуть. И потом быстренько с бумажки высыпем все это в растворы смеси кислот. Пойдемте делать. Однако, как вы видите, что-то пошло не так. Просто насыпав несколько сухих порошков, кое-какие из них вступили в реакцию. Причем реакция не собирается останавливаться. Видно, что одним из реагентов выступает хромат калия. Но кто же второй виновник? Выведу на экран список других реактивов, а вы попробуйте догадаться, что за реакция протекает. Сейчас мы Нобелевскую получим. Тем более, что в результате получается что-то похожее на Венома из Человека-паука. Такой же липкий и активный. Посмотрите, как он шевелится. И даже если добавить к нему концентрированную азотную кислоту, то ничего хорошего не происходит. Он только больше начал шипеть и пузыриться. И да, обратите внимание, что несмотря на то, что происходит на бумажке, она все выдержала. Листы в линейку всегда мне казались странными. Возможно, именно тетрадки в линейку станут нашей защитой против инопланетных захватчиков. Ладно, хватит шутить, надо все переделать. Так, на отдельной бумажке мы смешаем сначала металлы. Тут у нас магний, здесь у нас медь, вот так вот насыпем. Дальше добавим сюда еще что? Конечно же, добавим гранулы цинка. Вот цинк. И добавим сюда порошок алюминия. Я думаю, вам прекрасно понятно, что металлы в такой смеси реагировать друг с другом не будут, да? Сначала насыпем сюда немного обычной поваренной соли. Вот так вот сбоку. Хватит. Дальше добавим немного оксида бария. Следующая жертва — иодид калия. Отдельно добавим нитрат натрия. Вот сюда. Добавим кусочек серы. Щепотку соды. Ну, к соли насыпем, с ними ничего не произойдет. Это точно. Это мы отсыпем в отдельную бумажку. Хватит. Это, наверное, тот самый случай, когда стоит надеть перчатки, когда результат просто непредсказуем, да? Видите, как мы защитились? Не просто очки на глаза, но и шлемофон надеваем. Вот. И перчаточки. И халат кислотостойкий. Так, чтобы не пострадать. Потому что безопасность превыше всего. Даже когда балуемся. Сначала нальем обычной нормальной серной кислоты. Концентрированной. Хватит. Затем добавим нашей страшной, да? Непонятно, что это. Сейчас как бабадыщ! Я не буду ее добавлять. Ну ее нафиг. Обойдемся без нее. Добавим туда немного солянки. Да? Оу. Добавим немного азотки. Что, перо туда бахнем? Металлы, да? Поехали. Раз. Теперь туда добавим солей. Два. И добавим еще вот это. О, процесс пошел. Собственно, что делать никогда нельзя? Никогда нельзя сливать кислые сливы органику, в том числе этиловый спирт, потому что будет вот так. Видите, что происходит? Ничего хорошего. В результате мы получили, что, малахит? О, горячо. Вы бы знали, какой горячий стакан.
У нас еще осталось порошочек, надо от него избавиться. А вон йод повалил. Нет, все-таки самая лучшая реакция — это реакция серной кислоты. Серной кислотой? Кислотой. Если есть правило, не лей воду в кислоту, то и не лей спирт в кислоту. Будет вот так вот гораздо хуже. Да? Чисто ради интереса, насколько горячий раствор. Почти до 75 градусов нагрелся раствор. Вот столько тепла выделяется тут. Что ж, вы прекрасно видели, что бывает, когда смешиваешь все реактивы в одном месте. Ничего хорошего из этого не получается. Мы делали это в маленьких количествах, и то получили такой большой результат. При этом специально взяли широкий стакан, потому что если стакан был бы узкий, то это, скорее всего, выплюнуло бы... минимум бы из стакана вылилось, максимум плюнуло бы вверх. А мне, честно, не хочется мыть шкаф, как бы и так хватит то, что в поддон вылилось, еще и поддон придется. Надеюсь, я ваш детский любопыт, что же будет, если смешать все химические реактивы, удовлетворил. Делать так не надо. Ну, а вы можете попробовать написать, какие же химические реакции протекали, когда все вместе это смешалось, и что там в процессе бурления происходило. Попробуйте пораскинуть своими мозгами. В любой лаборатории химические отходы сливают в сливы, а затем сдаются на переработку. Мы получили малахитовый смузи. Кто-то из вас наверняка спросит, почему бы не добавить той же соды, чтобы нейтрализовать кислую среду, а затем взять и слить в раковину раствор солей. Но посмотрите, как это выглядит. Во-первых, никакой соды не хватит. Во-вторых, реакция идет довольно бурно, с выделением газа, который выплескивает все отходы из стакана. Так что проще сдать в специальные организации. Вот эта картонка лежала под стаканчиком маленьким. Как видите, мы проделали сквозное отверстие в картоне химическим способом. А вам слабо? Без циркуля и линейки, как говорится. В итоге выловили вот такой вот синенький, так сказать, камешек. Вот. Попробуйте догадаться, что вы получили, что это за химическое соединение такого прекрасного голубоватого оттенка. Мне вот нравится цвет. Ставь лайк, если тебе тоже нравится этот цвет. Да, я согласен, что данное видео, в принципе, бестолковое, потому что и опыт-то бестолковый, но он отвечает на один из таких интересных вопросов. Если же вам интересно посмотреть что-то более умное и научное, то переходи на канал, и там есть очень много интересного и полезного материала. Пока!